Итак, контроллер багажника. Что в нем интересно, в том, что в нем стоит датчик света. Потом на фотках посмотрите. И включен таймер, я сделал на 5 и на 10 минут по желанию трудящихся. Для того, чтобы запрограммировать освещенность, достаточно... При открытии багажника идет пауза 4 секунды, чтобы все успели открыть крышку. Только потом, чтобы в темноте датчик не смотрел. Достаточно просто коротко нажать на кнопку моргушки. Все, значение запомнилось. А, я неправильно сделал. Надо это делать в темноте. 4 секунды прошло, наверное. Нет, не прошло. Ладно, ждем. Вот, запомнили эту освещенность. Теперь вот, когда светло, у нас он не включается. Не включается. Как только солнце село за горизонт, все у нас работало и будет светить. Настроено 5 или 10 минут, после чего он выключится. Ну, потом, чтобы его включить, надо либо передернуть его. Ну, как-то так. Аккумулятор никогда не сядет. Это светодиодик, это индикация того, что будет твориться на выходе. Ну и потом он тоже так же плавно и потухнет. Ну, все.